охранник из тюрьмы, в которой сидит Кэнди, продает свой спортивный автомобиль. Изобрази интерес, разведи его на тест-драйв и припугни этого тюремного умника. Люди становятся сговорчивее после того, как наложат в штаны от страха. И дай на лапу за причиненные неудобства, чтобы он помалкивал. Хочешь на ней прокатиться? Конечно. Посмотрим, на что она способна. Шикарная машина. Как машина? В твоем вкусе? Куда мы так гоним? Хочешь на ней прокатиться? Конечно. Посмотрим, на что она способна. Шикарная машина. Как машина? В твоем вкусе? Как машина? В твоем вкусе? Как машина? В твоем вкусе? Машина в твоем вкусе. Как машина в твоем вкусе. Какой кошмар! Куда мы так гоним? Меня сейчас вывернет! Нет, не надо! Так, теперь я задаю вопросы, а ты отвечаешь, понятно? Ты маньяк! Вот и отлично. Сколько охранников на кухне в дневную смену? Черт-то не знаю я! 6 или может 8, когда пересменка! Куда мы так гоним? Какой кошмар! Мистер, здесь скорость ограничена. Мистер, здесь скорость ограничена. Мистер, здесь скорость ограничена. Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь... куда мы так гоним? Давай слегка помедленнее. Гоним. Мистер, здесь скорость ограничена. Давай слегка помедленнее. Меня сейчас вывернет. Мне дурно. Второй вопрос. Они хорошо вооружены? А ты как думаешь? У них дробовики. Да не гони же ты так! Давай слегка помедленнее. Нет, хватит! Ты же нас угробишь!
Мистер, здесь скорость ограничена. Давай вернемся, пожалуйста. Уже скоро. Как проще проникнуть туда? Плац для прогулок. Южная стена. Там идет ремонт. Боже! Мистер, здесь скорость ограничена. О, нет, только не это! Ты же нас угробишь! Господи! Хочешь на ней? Прокатиться? Конечно. Посмотрим, на что она способна. Шикарная машина. Как машина? В твоем вкусе? Поддай газу, почувствуй, какая мощь! Меня сейчас вывернет! Хочешь на ней прокатиться? Конечно. Посмотрим, на что она способна. Шикарная машина. Поддай газу, почувствуй, какая мощь. Давай слегка помедленнее. Слегка помедленнее. Куда мы так гоним? Мистер, здесь скорость ограничена. Мистер, здесь скорость. Куда мы так гоним? Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Мы так гоним. Нет, не надо! Ой! Так, теперь я задаю вопросы, а ты отвечаешь, понятно? Ты маньяк! Вот и отлично. Сколько охранников на кухне в дневную смену? Черт, да не знаю я. 6 или может 8, когда пересменка. Слегка помедленнее. Куда мы так гоним? Мистер, здесь скорость ограничена. Мне дурно. Нас угробишь!
Давай слегка помедленнее. Куда мы так гоним? О, нет, только не это! Второй вопрос. Они хорошо вооружены? А ты как думаешь? У них дробовики. Да не гони же ты так! Мистер, здесь скорость ограничена. Куда мы так гоним? Ледуля! Давай вернемся, пожалуйста. Уже скоро. Как проще проникнуть туда? Плац для прогулок. Южная стена. Там идет ремонт. Боже! Мистер, здесь скорость ограничена. Давай слегка помедленнее. Какой кошмар! Мистер, здесь скорость ограничена. Нет, не надо! У тебя неважный вид. За сколько приезжают легавые? Обычно минут через 7. Ты меня убить хочешь? Куда мы так гоним? Давай слегка помедленнее. Куда мы так гоним? Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Спасибо. Машина и правда спортивная. О нашем разговоре никому ни слова. Ага. Учти, я знаю, где ты живешь. На твой банковский счет поступит милый подарочек для подкрепления нашей сделки и за уборку в салоне. Еще увидимся. Thank you.
его! Возьми себе такси. Прошу прощения, Кэсси. Thank you.
друг, у меня тут курьер на вертолете с посылкой. Ты должен забрать ее. Подъезжай к заводу в Карме. Ситуация изменилась, парниша. Вертолет был уже в воздухе, когда его засекли. Мой человек занервничал и начал сбрасывать товар. Следуй за вертолетом и собирай то, что будет падать раньше, чем это сделают ребята из полиции. Возьми мотоцикл, придется ездить по бездорожью. Ты еще здесь? Yeah.
Thank you.